Всем привет, друзья, вы на канале Сангрил, и мы продолжаем с тобой проходить довольно прикольную игруху Life is Strange. Собственно, вернуться в игру, рассказывай пока мы с тобой возвращаемся в игру, рассказывай, как тебе спалось, как тебе жилось, чем ты там занимаешься, как тебе училось, как тебе работалось и так далее, так далее. А мы с тобой возвращаемся, вечеринка, привет, собственно. Могу я взять вашу куртку? Нет, я не отдам никому куртку. Нет, я не видела планшет с фотографиями кота. Так, ты кто такая? И можно такое? Мне? Где же тебя носят? Занавес. Это твоя работа. Стелла, поговорить. Привет, Стелла. Привет, Макс. Добро пожаловать на вечеринку. У тебя есть верхняя одежда? Нет, спасибо, Стелла. Ты не видела Нейтана? Нет, слава богу. Он пугает меня до жути. Кстати, какая-то девушка только что спрашивала у меня про него. Не надо узнавать ничего про Нейтана. Нейтан тебя пугает? Почему Нейтан тебя пугает? Это не мудрено, но я хочу знать причину. Во-первых, он хулиган. Во-вторых, он избил Уоррена. И ты смотрела ему в глаза. Стеклянные, полные гнева. Просто жуть. А почему ты работаешь на вечеринке Циклона? Вот уж не думала, что захочешь тут быть. Я и не хочу. Я здесь работаю. Кто тебя нанял? Кто тебя нанял? Ведь он знает, что мне тяжело, хоть я работаю и получаю стипендию. Не очень я крута для этой школы. Нет, неправда, Стелла. Ты крутая и честная, и рвешь свой зад ради Блэквелла. Надеюсь, в конце концов у тебя все будет хорошо. О, спасибо, Макс. Для меня это много значит. Эй, ты такая напряженная. Я тебе говорю, мы спалились. Нет, вообще-то нет. Мне нужно найти Нейтана. Не надо говорить о том, что нужно Нейтана найти, ну ёб твою мать, Макс, ну ты чё? Ты понимаешь то, что если вы сейчас убьете Нейтана, то он вот ты... Ой, да что ты за олень, ну что за олень, что... Я не понимаю, почему отсутствие логики такое в этой игре? Занавес. Именно, войти. Я так и не понял, ни Хлои, ни Нейтана, никого. Чему этому-то? Вы должны Нейтана убить. Ты тоже, что ли, заразился этой поганой идеей? Чё ты меня вымораживаешь, Макс? Алиса, чё тебе надо? Извините, я не хотел. Взглянуть, чё там? Остроумие клуба Циклон. No running, no... чё? No diving. No fucking. Да пошел вон ты! Неоновые палочки. Ну какая же вечеринка без неоновых палочек? Отдай мне неоновую палочку. Простите, но мне нужно войти. Извини, но это VIP-зона для членов клуба. Ясно? Да плевать я хотела на ваше членство. Мне нужно поговорить Витория с Нейтаном. Витория сказала мне, чтобы я тебя не пропускала. Неплохая покупка, но ты не член клуба. Послушай! Нет, ты послушай. Все это должна контролировать Кортни, а не я. Так что, пожалуйста, уйди. А что она, собственно, сделает, если... А, вышибала. А сюда можно? Блин, я, кстати, я не хотел эту Алису сталкивать, честно говоря. Взглянуть, сральная лента опять. Очевидно, у студентов Блэквелла есть фетиш на туалетную бумагу. Я потом выпью больше. Джастин, граффити, очередь. А, то есть, да, у вас так это все. Ну, в принципе, нормально, чё, почему нет, молодежь. Поговорить, ну-ка, давай поговорим. Максимум Овердрайв, наконец ты пришла расщегарить эту тухлую вечеринку. Хочешь бухнуть? Да ты без меня выглядишь бухим, Джастин. И не очень счастливым.
Зачем ты вообще сюда пришел? А где ж еще провести ночь с четверга в Аркадия Бэй? Там уже. Да, она тоже здесь. Но она не со мной. Так что да, эта вечеринка сосет. Рэйчел, Дан. Рэйчел? Рэйчел Эмбер тоже сюда не пришла. Черт, а я как раз сегодня думал о Рэйчел и Хлое. Если бы они только пришли сюда, всему бы этому говну был конец. Рэйчел всегда умела ставить Викторию на место. Она молодец. Хотел бы я это увидеть. Фу, Макс, ты. Салюты, сука, за окном, да, ты представляешь? Твое лицо выглядит пиздец напряжным. И твой голос звучит иначе. Ты в порядке? Может, все-таки пухнешь? А, нет, я не хочу, Джастин. Да и мне нужно идти. Может, тебе проветриться стоит? Ну, нихуя себе, Максимус. Ты права. Здесь я только терзаю себя. К тому же я пьян. Надо взять доску и пойти на рампу. Ну, правильно, башку себе разбить. Случайно так. Так, граффити, сортиры, мужики. Давай с мужиками поговорим. Народ. Не хотите пообщаться? Эй, дверь. А можно убирать? Там либо занимаются сексом, либо блюют. Либо все сразу. Ну, скорее всего, занимаются сексом. Ух, как он вообще туда попал? А чё фу-то? Сестренка, если все, доброй ночи, прекрасный принц. Так, понятно. Тут, короче, они все в говно. Как всегда. Вы кто такие? А чё это за белое поле? Что это такое? Вам это тоже видно? Ну да. Что вот это? Может, типа, что-то отмотать можно? А зачем? Погоди, может, с этим поговорить? Типа? А это что? Граффити, херст. Поговорить? Не... Да ты без... А где? Нейтан? Кстати, ты Нейтана не видел? О, он, наверное, в вип-зоне. Сходит с ума с остальными из Хой-клона. Ненавижу этих высокомерных ебланов. Я не понимаю, а чего тут за белый шняга? Скоро этот чувак окончательно слетит с катушек. Возможно, ты прав. Причем она зависит от положения камеры. Держи подальше, ладно? И остальным скажи. Макс, я в говно, я да. Но твое лицо выглядит пиздец. Ну и у вас это тоже видно. Интересно. И твой голос звучит... Давай, 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 будет тут. Открыть. Я не знаю, куда тут идти. А потом мне скажут то, что я урод, и то, что я это Алису или как бы там столкнул. Алиса же, да? Вот черт. Алиса, ты как? Да, меня только что ударили надувной сосиской, и я упала в бассейн. Я в восторге. И, конечно, ты меня впервые не предупредила, Макс. А че ты обижаешься? Я тебе че тут, обязана, что ли? Ты посмотри, ты вот... Вы кто... Нет, я не согласен. Да почему все считают то, что я, блядь, должен-то? Вообще никому не помогайте нахер никогда. Пиздец, стоило два раза помочь, она уже на шею села. Ты, говорит, меня не предупредила. Ты кто такой? Привет, Дэнни. Да. Ты сам, Макс. Я вообще нихера не слышу за музыку. Вечеринку только ради тебя. Отрадно видеть, что ты счастлив. А ты... Не видел случайно Нейтана? Нет, единственное, с кем я здесь общался, это Брукс. Макс, у тебя все хорошо? У тебя лицо такое серьезное. Все в порядке. Все нормально. Я просто устала от всей этой драмы в Блэквилле. Порой кажется, что она никогда не закончится, да? Сегодня этому придет конец. Ради Рэйчел. Ну, если хочешь потусовать со мной и Брук, мы будем ждать тебя здесь. Спасибо, Дэнни. Я тебе говорю, она упоролась, она походу под чем-то. Это Макс ваш. Оставайся уверен себе и станешь великим художником. Что ж, однажды отпразднуем это в музее, Макс. Адиос. Это бредятина. Она, понимаешь, она должна, ну по идее, она должна, как более адекватный человек, отговорить Хлою. А она все, она на ее сторону, ну, ее линию гнет и все тут. Привет, Брук. Макс, не нельзя его убивать. На вечеринке циклона. Я и сама не думала, что приду, но...
Мне нужно найти Нейтана. А ты не... Нет, я его не видела. Да и не жду этой встречи, поэтому мы с ним сегодня вряд ли увидимся. Ненавижу этого подонка и его клуб. Ты не одна такая. Не ты одна такая. Может, эта вечеринка станет концом света для циклона? Будто мне есть до них дело. А Уоррена ты видела? Нет, но скоро у нас будет свидание. И Дэниел как раз пригласил меня в Портландский музей искусств. Клик, ты чё? О, это так классно! Ему нужен друг. Уверена, из Дэниела получится отличники. Я люблю науку больше искусства, но какая эгоистичная ботаничка стоит перед выставкой Миядзаки? Ты не эгоист. Ты просто пытаешься жить своей жизнью, не подстраиваясь под остальных. Все мы пытаемся. На этой неделе ты кажешься такой мудрой и неуязвимой. Такое ощущение, что после всех этих проблем у тебя появились суперсилы. Может, ты летать умеешь? Может, и умею. Две луны. С помощью твоего дрона. Кстати, Брук, а ты видела, что на небе две луны? Макс, если бы я увидела две луны, то и правда бы поверила в конец света. Так выйди на улицу. Ну, ты еще вся ночь впереди, Брук. У нас впереди вся жизнь, Макс. Давай встретимся на следующей неделе. Подожди-ка, стой-ка. Мы вообще-то спросили про Уоррена. Она нам говорит, он у меня, говорит, сегодня свидание будет с Дэниелом. Какая мне разница, зачем мне эта информация нужна была? Игра. Что с вами? Почему Макс тут со всеми кого-то прощается? Она тоже помирать собралась? А, ну она же, да, она уверена, что конец света же. Так, а ну пошли вон. Они все тусуются. Ну лучше так, наверное, чем грустить или нет. Блин, какая громкая серия выйдет. Какая... Подтолкнуть. Выбросил. О, что за хуйня творится? Их там не пришибло? Эй, так, так, кто остановил музыку, а? Они же... Фу, блядь, они живые, я думаю, все. Ты кто такой-то? Подожди, а почему нельзя-то? А, ну да. Я думал, их в бассейне, короче, прибило. Ну, колонка, если от 220 работает, то это было бы логично. Вот тут я перепугался, конечно. Что это за рамки? Нейтан, так, вы кто такие? Член циклона. Но он ведь должен быть здесь. Закари, Джульет, Тревор, Дана, это Виктория, Логан. Я знаю, что Виктория следующая в списке Нейтана. Следует ли ее предупредить? Давай предупредим на всякий случай. Мы же не совсем мрази. Ничего не слышали? Я стараюсь не... Прости, Макс, но вип-зона для членов циклона. Прости, да пошла ты. Но мое имя в списке. А я тебя вычеркну. Свали на все четыре селфи, Виктория. У меня нет на это времени. Очень мило, Макс. Все еще обижаешься, что я сделала тут снимок? Ты хоть представляешь, что творится в Блэкпуле? Ты понимаешь, что Кейт Марш совершила самоубийство? У всех на глазах. Это не моя вина, Макс. Не пизди. Даже не пытайся обвинить меня. Обвинить? Как бы можно было бы ее на самом деле обвинить? Вот то, что Кейт-то прыгнула, это ее вина, как бы по-любому. Ну, не только, но и ее тоже. Давай Нейтана. Я виню Нейтана, что он накачал Кейт. Но ведь всем на этой вечеринке было наплевать, что она надралась. Да это ж, блядь, вечеринка! На ней все нажираются! От меня-то ты чего хочешь? Капли сочувствия, Виктория. Мне одной не безразлично, через что проходит Нейтан. Я не единственный ребенок с проблемным детством. Это куда важнее проблемного детства. Гонишь, я мать, гонишь. Ясно? Ты шлюха. Я подросток в школе искусств. Я здесь только для того, чтобы стать фотографом и прославиться. Всего лишь. Ты лохуска. Ну, собственно, так, о чем ты вчера говорила с Джефферсоном? Так вот, что ты пыталась рассказать Джефферсону вчера. Ты видела, как я разговаривала с ним? Да. Видела. И слышала. И слышала.
Мы просто говорили о том, как его захватывает конкурс. Это не значит, что победа достанется мне. Честная победа. Да, конечно. Посмотрим. И Макс, и я знаю, что я тебе тоже не нравлюсь, так что мы не обязаны быть друзьями. Мы не обязаны быть врагами, собственно. Возможно, но кто сказал, что мы должны быть врагами? Кто бы не принимал такие решения? Такие решения принимаем мы. Ну, Макс Колфилд, я могла бы пригласить тебя в клуб «Циклон». Извини, я вряд ли соглашусь. Но поверь, ты здесь ни при чем. Ох, какая же ты серьезная. Да ты, да Бакс, ну скажи ты ей уже. Предупредите ее нахер. Виктория, кончай с этими школьными разборками. Мы уже взрослые. Послушай меня. Твоя жизнь в большой опасности. И я знаю, что ты близка с Нейтаном, но он неуравновешен и очень опасен. И он... Она сейчас... Виктория сейчас сдаст, короче, нас Нейтану. Она сейчас нас сдаст. О, Господи. И это я, королева драм? Тушен, но, мать твою, я не шучу. Прости, но нет. Я не верю. Нейтан мой лучший друг. Да, он принимает серьезные препараты, но это не его вина. Семья к нему относится как к психу, потому что у него случаются небольшие срывы. Они небольшие. Они небольшие. Можешь ненавидеть меня сколько хочешь, но ты должна мне поверить. Я не верю ни единому твоему слову. Ты та еще пиздоволка. Здрасте, я Макс Волфилд, и я такая чувствительная, что от бабочек не хочется реветь. Послушай меня. Ой, нет, да пошла ты тогда! Послушай. Пошла в ты жопу! Просто зла пошла. На меня, потому что решила не принимать участие в конкурсе. Просто... И теперь мистер Джефферсон выберет закрой меня. Закрой свою настоящий пасть. Настоящий художник рвал бы жопу, чтобы победить. Но не ты. Тебе ж кроме твоих ретро-селфи ничего и не нужно. Ты такая лентяйка, Макс. Уйди отсюда в государственный колледж. Виктория, перестань, пожалуйста. Вспомни, что случилось. Не надо, Макс, все, давай, давай, пропускай. Не ну видишь, ее нахер, пускай ее валят. Пускай ее валят этот Нейтан. Да, вообще по барабану. Да и сейчас конец света, поэтому я сейчас нажрусь до такой степени, что даже ты не сможешь меня побеспокоить. Хорош, я вот это про тебя Нейтан, если он все-таки сюда придет. Адьос. Вот это нехорош, поэтому мы сейчас отматываем. Отматываем время и нихера ей не рассказываем, правильно? Ну нет, ну не надо. Давай, давай, мотай, мотай назад. Мотай назад. Мотай. Ладно, я пыталась. Все. Она не поверит мне, ведь я говорю про ее партнера по клубу «Циклон». Хорошо. Хер с ней, пускай, пускай ее жизнь вообще по барабану. Че хочет, пускай то и делает, тварь тупая. Так, где ты там? Подожди, не понял. Не надо ее предупреждать, нахера она упала. А, ну с ней надо по-любому, типа. Этого сукиного сына здесь нет. Где же ты, Нейтан? Надо поговорить с Хлоей. Кислородный баллон? Хлоя! Куда ты пошла-то? Иди сюда! Вот ты где. А Хлоя как прошла Нейтана сюда? Здесь нет. Сегодня его никто не видел. Его нет ни наверху, ни в раздевалке. А ты тоже в клубе? Может, он прячется в общаге? Давай проверим. Больше ему не скрыться. Все-таки пришла, Макс. О, привет, мистер Джефферсон. У вас все хорошо? А то выглядите как на задании. О, да я просто ищу Нейтана. Ага. Я и не знал, что вы дружите с ним. Последний раз видел его днем. Он выглядел расстроенным. Думаю, его очень беспокоит вся эта ситуация с Кейт. Оно и видно. Поговорим позже, Макс. Мне нужно объявить победителя конкурса. Жаль, что ты не участвуешь. Тебе нужно составить резюме и портфолио. Но я знаю, ты справишься. Спасибо. Будем а надеть. Что мешает-то фотки ему отдать? Вот этой бабочки, там, мне совы, еще какой-то херни. Давай-ка сваливать. Белки там или что мы еще фотографировали? Так, прошу всех успокоиться. Спасибо, спасибо. Для меня это многое значит. Не хочу вам мешать развлекаться, но настало время объявить победителя конкурса «Герой дня». Пошли, Макс, но хорош. Сначала я хотел бы поблагодарить всех, кто предоставил мне свои работы, и тех, кто хотел это сделать. Это самый важный шаг в становлении художника. Делиться творчеством с миром.
Все вы представляете Академию Блэквелл и все то, что она отстаивает. С моей точки зрения, вы все герои дня. Конверт, пожалуйста. И побеждает... Ну? Макс Колфилд? О боже, вот так поворот. Вот это да. Чейз. Вот это поворотище. Вот боже, это поворотище. Обосраться просто. Спасибо вам большое, мистер Джефферсон. Ваши фотографии стали причиной моего поступления в Блэквелл. Надеюсь, я не опозорю ваше имя и славу. Давай и благодарю быстрее. Всех вас, студенты, за то, что вы следуете за зовом сердца. Можно эту дурь скипнуть, нет? И мне бы хотелось посвятить эту награду памяти Кейт Марш. Она сейчас ее нахер Хлоя пристрелит, походу. Спасибо. Ты сосешь, Виктория, там не стал. Какой сюрприз. Не могу поверить, что она шантажировала Джефферсона. Хотя... Нет, могу. Да какая разница? Рэйчел мертва. И я хочу найти на этого. Сейчас. Иди ищи. Ну что тебе мешает? Зачем я тебе нужна-то? Ну я не понимаю. Вот что за чушь? То есть ей на мои проблемы насрать? Нейтан мне написал. Сказал, что не останется никаких улик, когда он все закончит. Кому мне? Нам срочно нужно ехать на свалку. Две луны. Одна муна осталась. Черт, Хлоя, не шуми ты так. Дай ей насрать. Просто будь готова отматывать время, если Нейтан что-то сделает. Не шуми. Может, фонарик выключить тогда, нет? Не стоит? Тебя ж по свету палят, Макс. Ты в шутаны, что ли, не играла? В стелс, точнее. Как выключить? F? Нет? Крыса. Рэйчел. Рэйчел. Куда идем-то? Нейтан должен сдохнуть. Господи, давай потише, а? Нас никто не должен видеть. Еще раз повторюсь, вот ей, вот этой вот голубоволоски. Мне трудно На наши, собственно, проблемы насрать. Насрать, здесь. Понимаешь? Насрать абсолютно. Смотри, а мы ей почему-то должны помогать. И она не идет логическим. Ой, хорош. Вот это да. Вот это огонь. Вот это красота. Хлоя, давай. Береги, что за... Да ладно. Да не, ну это же сейчас отмотается назад. Хлоя. Угу. Вот это неожиданно было. Вот это я тебе скажу, очень даже неожиданно было. Да ну! Ты гонишь, что ли? Да быть не может. Вот это поворотец. Вот это поворотище, я тебе скажу. Вот это, конечно, охренеть. Я не знаю, как это комментировать, честно говоря. Вот от кого я не ожидал, так это от него. Вот это да. Вот это козлище, нихера себе.
Так, вы выполнили... Вот, про это я говорил, то есть... Да блин, да не, ну не может она так закончиться. Я уверен, то, что время как-то сейчас отмотается. Это все дурь. Все мы знаем уже. Все знаем, плавали. Вы выполнили просьбу Хлои, собственно, как и 57% от других игроков. Вы не дали Ворону избить Нейтана. Ну да. Никто не пострадал. 72%. Хлоя убила Фрэнка. 6%? Даже такое было? Хера себе. Виктория поверила, Виктория не поверила, вы не предупредили. Ну, как бы вот тут должен был быть... Ой, ну зачем? Твою мать, ну там же еще были действия. Погоди. Нет. Ну да, ну понятно, уже не скипнем. Значит, давай в этой серии продолжим, посмотрим. А то есть на Нейтана просто гнали, да? Ой, тут как это шоу вообще творится. Сейчас Аркадий Бейс сметет. Что-то я аж прям орать начал. Эпизод 5, раскол, собственно. Собственно так. Ну, эпизод 5 мы с тобой продолжим, естественно, в следующей серии. Вот... Вот тут была серия прям очень неоднозначная. Очень неоднозначная. Я действительно, меня прям вот в некоторых местах логика прям вымораживает. Вот очень вымораживает она. Этой игры. Вот. Ну, возможно, игра и сделана для того, чтобы ну, не, как бы у игрока была такая реакция. Напиши мне, что ты думаешь по поводу этой серии в комментариях. Не забывай, естественно, ставить пальцы вверх, подписываться на канал, добавляться в группу ВК, добавляться в друзья, комментировать видео, шарить видео и так далее и тому подобное. Ты все знаешь, все умеешь. Ты же лидер, ты же личность. Помни об этом всегда. Всегда об этом помни и не забывай приходить на новые летсплеи и на новые стримы. На этом счастливо тебе и до скорых встреч!